Квартирография – это важный инструмент при подборе квартиры в конкретном жилом комплексе. Перейти в квартирографию жилого комплекса вы можете из сводного вида, нажав на название жилого комплекса, табличного вида, открыв планировку квартиры и нажав на квартирографию, каталога планировок, нажав на квартирографии, из карты, нажав на название жилого комплекса. Перейдем из сводного вида. При переходе в квартирографию конкретного жилого комплекса все вкладки, кроме сводного вида, будут содержать информацию только об этом жилом комплексе. При этом вы можете также видеть количество всех квартир, подходящих под запрос вашего клиента, а также в каком жилом комплексе, в какой очереди вы находитесь сейчас и сколько подходящих квартир именно здесь, а также наименование застройщика. В квартирографии представлены все квартиры, для которых можно заполнить заявку на бронирование. Вы видите расположение квартир на лестницах, на этажах, по стоякам, а также информацию, на какую сторону света выходят окна. Квартирографию можно пролистать, протянув за серый бегунок. Зеленым цветом отмечены квартиры, четко подходящие под запрос, введенный в строку поиска. Серым цветом все остальные квартиры. Нажав на вкладку «Больше информации», откроется подробная информация по квартирам. Вы можете ознакомиться с условиями бронирования квартир в данном жилом комплексе, а также с условиями выплаты комиссионного вознаграждения от данного застройщика. Квартиры от подрядчиков и по переуступке отмечены голубым цветом. Квартиры, которые забронированы у застройщика, но еще не выкуплены клиентом, отмечены оранжевым цветом. По этим квартирам можно встать в очередь на бронирование. На квартирографии вы можете посмотреть планировку любой квартиры. На планировке мы видим следующую информацию: характеристики квартиры, стоимость квартиры и ваши комиссионные. Можно ознакомиться с условиями бронирования, нажав на знак вопроса. А также вы можете забронировать квартиру или подготовить презентацию для клиента. Есть также возможность добавить квартиру в избранное для консультации клиентов. Просмотреть розу ветров, куда будут выходить окна. На поэтажном плане можно увидеть расположение квартиры на этаже относительно лестницы, лифта и других квартир и открыть планировку квартиры. Можно сохранить квартирографию данного жилого комплекса в избранное для консультации клиента.